Говорят, у каждого города своя душа, хранящая уникальные традиции народов. Мосты же дружбы, стирая расстояние, способны в прямом смысле соединять образы городов, сближать пути Востока и Запада. Во французском Дин-Лебене теперь есть площадь Самарканд, знак высокого уважения к древней культуре и яркой современности Узбекистана. Административный центр департамента Альпы и Верхний Прованс. Дни Узбекистана в Дин-Лебене, городе, расположенном у самого подножия Альпийских гор. Одним из последних знаковых событий здесь стало открытие площади Самарканд в северо-восточном районе Труя. На его возведение и строительство французская сторона инвестировала около 500 000 евро. Гости мероприятия, представители официальных, общественно-политических, деловых и культурных кругов, естественно, журналисты. Открытие во Франции новой площади, названной в честь одного из древнейших городов Узбекистана, является знаковым событием в истории узбекско-французских двусторонних отношений. Ваша земля, подарившая мировой цивилизации великих государственных деятелей, ученых, философов и поэтов, вправе гордиться своим богатейшим прошлым. И современный Узбекистан, благодаря трудолюбию людей и последовательным действиям руководства страны, с уверенностью строит будущее. Сегодняшний день жителям нашего города надолго запомнится как день открытия символичного моста между нашими странами. Назвав одну из площадей Дин-Лебена в честь легендарного города Самарканд, мы положили начало экономическим, культурным и образовательным обменам между нашим регионом и республикой. Уверена, что сегодняшние события оставят свой след в жизни простых жителей Дин-Лебена, содействуя росту их интереса к вашей удивительной стране, ее культуре и истории. Это знаковое событие будет способствовать еще большему укреплению дружественных и двусторонних отношений между Узбекистаном и Францией. Дин-Лебен расположен на пересечении автомобильных путей, ведущих с юга Франции в Италию, Швейцарию, Германию и далее в другие европейские страны. Уверена, что европейцы и зарубежные туристы, посетив в нашем городе площадь Самарканд, непременно захотят больше узнать об Узбекистане, его истории, культуре и современном развитии. Официальная церемония открытия площади Самарканда с участием представителей Генерального совета региона и представителей Узбекистана без сомнений оставит неизгладимое впечатление у жителей нашего города. Этой церемонии предшествовала конференция об Узбекистане, на которой общественность получила информацию о достижениях республики за годы независимого развития в области демократических и социально-экономических реформ, богатом культурном наследии, а также туристическом потенциале страны. Открытие площади Самарканд, я уверен, послужит началу взаимовыгодных долгосрочных связей между регионом Прованс-Альпы-Лазурный берег и Узбекистаном. А сколько символизма в красочном панно с изображением площади Регистан и надписью «Самарканд – жемчужина Востока. Всемирное наследие ЮНЕСКО». Журналистская камера работала и на конференции, о которой шла речь выше. Был представлен исторический, туристический и экономический потенциал республики. Мэр Дин-Лебен зачитал послание президента Узбекистана Ислама Каримова в ответ на поздравительное письмо главы французского города по случаю 20-летия независимости республики. «Мы тронуты высоким вниманием руководителя Узбекистана. Это нас еще больше вдохновляет на расширение взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, основанного на доверительных отношениях», прозвучало буквально. Участники форума получили подробную информацию о духовно-культурном наследии узбекского народа, социально-экономическом развитии страны, проводимых во всех сферах широкомасштабных реформах.